Эркан Мириш попрощался в Инстаграме с бывшей возлюбленной Хазал Субаши и уже удалил все совместные фото, пожелав ей счастливого пути. Как сообщают турецкие СМИ, пара рассталась. Напоминаем, что Эркан и Хазал начали встречаться на съемках сериала «Ты назови». Однако испытанием временем они не выдержали. После совместного ухода из дневного проекта Хазал продолжила сниматься в сериалах, тогда как Эркан не смог найти для себя подходящую работу, занявшись ресторанным бизнесом. Еще одна любовная лодка разбилась о быт. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.